То, что будет способствовать его развитию и либо творческому воображению. Для ребенка, у меня внуку уже 20 лет, так что тут у него только айфоны, телефоны, все такое. Наверное, присутствовать на празднике, чтобы радоваться. Например, его любимую игрушку. А сладости это так, обычно всегда сладости. Самый главный подарок для внучки — снегоход, что ли? Самый классный подарок, я считаю, внимание. А еще мне нравится, когда они прыгают. Вот новый этот открылся батутный центр, так, где можно перекрыть. Вот там. Если это мальчик, то какой-нибудь вертолет, наверное, на пульте дистанционного управления. А если девочка, то кукла.